Дорогие ребята, дорогие друзья, любимые наши выпускники, впервые на моей памяти, да, наверное, не только на моей, наш выпускной проходит в таком необычном формате. Но как журналист хочу сказать, что любой информационный повод – это то, чего мы отталкиваемся, то, чем мы дорожим, то, что определяет суть нашего материала, поэтому давайте относиться к происходящему именно как к информационному поводу. Действительно, он у вас уникален. И сегодняшний праздник, нет, не прощание, а расставание с любимым университетом, у вас именно такой, да и у нас тоже. Почему расставание? Расставание не бывает надолго, поверьте мне. Тем более, когда ты расстаешься с родным домом. Вы, видит Бог, ненадолго покинете эти стены. Вас обязательно будет сюда что-то возвращать в мыслях, в делах, в поступках. И я желаю вам, чтобы, независимо от того, где вы будете работать, чем вы будете заниматься, чтобы у вас всегда вот была эта самая пристань, куда можно вернуться и где, поверьте мне, вас всегда будут ждать, потому что вас помнят и вас очень-очень любят. Наверное, то, что вы вступаете в большую жизнь в эпоху цифровых технологий, просто вот было проиллюстрировано вот нынешним форматом нашей торжественной и оттого не менее трогательной церемонии. Поэтому давайте оставаться на связи как в социальных сетях, как в онлайне, так и в нормальном человеческом общении. Поверьте, нам всем будет вас очень не хватать, но это то самое чувство, когда ты знаешь прекрасно, что как только вы будете нам нужны, как только мы будем вам нужны, мы всегда друг друга обязательно где-нибудь отыщем. Опять же, либо в онлайне, либо в офлайне. Поэтому, с одной стороны, сегодняшний праздник особенный, сегодняшняя церемония уникальна, а с другой стороны, она точно такая же, что случается каждый год в нашем университете в середине или в первой половине лета. Вы просто выходите из большого и очень дружного клуба студентов МГИМО и присоединяйтесь к еще большему, еще более дружному клубу выпускников МГИМО. Добро пожаловать!